rainy day. Rainy day, rainy day. Написано с правой стороны за этими ковшами. Wisconsin is welcoming you. Мы уже в Висконсине. Штат Висконсин, как говорят в Москве, Висконсин. Сейчас будем продолжать путешествие. Где-то еще 2 часика ехать в этой станции, которую мне надо позабрать. Но перед всем этим нужно мне съехать, наверное, перекусик сделать. Потому что я уже, друзья, хочу кушать. Реально, что уже меня тянет на еду. Едем по 94-й ИСТ. Да и поедем дальше, тогда будет легче, когда живу на ком, да? Быстро светофор загорается. Turn left on I-94 West. Hudson. Мы только проезжали Hudson River. Да? Hudson, по-моему, там было.
Францев, не может быть. Это деревня, наверное, Францев, городок. Hudson River, она же в Нью-Йорке. Это деревня, наверное, так называется. Я просто название увидела, видела там большущую речку. Просто, наверное, таун здесь. Городочек и деревушки, понять еще. Тут описано исторический центр. Будет дальше, наверное, это просто деревушка. Хадсон. А мы, друзья, пойдем перекусим с вами. Выруливает дяденька. Наверное, знаете что? Здесь так сухо-то, я, наверное, сбоку так стану. Или может даже нет. Пойду-ка я, стану я в очередь. Нету. Чего мне здесь толпычить? Дождю далеко идти не надо. Себе заеду. Проедусь немножко подальше. Так будет хорошо. Можно затянуться. И выехать нормально. А то потом думай, как оттуда выбраться. Вот так вот. И никому мешать не буду. Окей, друзья, идем кушать.